Светлогорской детской школе искусств прошел День открытых дверей для будущих учеников и их родителей. Такой праздник – это возможность рассказать ребятам о школе, о том, чему они могут здесь научиться и какими инструментами овладеть. Очень громко, на самом деле. Дети и их родители прошли по кабинетам учреждения, после чего состоялся праздничный концерт, где учащиеся школы искусств показали, чему они уже научились. Кроме того, желающие также могли записаться на обучение в детскую школу искусств по разным направлениям деятельности. В Светлогорской детской школе искусств образование осуществляется по 5 направлениям деятельности. Музыкальное. Сюда входят все музыкальные инструменты. Фортепиано, скрипка, виолончель, баян-аккордеон, балалайка, домра, гитара и многие другие инструменты. Хоровое пение и эстрадное пение. Также хореографическое направление. Театральное, художественно-эстетическое и народное творчество. Наши ребята подтверждают свой профессионализм на международных республиканских конкурсах, частые гости на предприятиях нашего города, учреждениях нашего города, таких как картинная галерея, городской центр культуры и дворец культуры энергетиков и многие другие. Радует то, что выпускники нашей школы продолжают свое обучение в средних специальных учреждениях образования в сфере культуры. И в этом году приятно отметить, что это 13 выпускников нашей школы. Дорогие друзья, уважаемые родители, мамы и папы, приводите своих деток в нашу школу. Это то учреждение, где наши преподаватели очень ярко раскроют творческие способности и потенциал ваших деток.